Зинаида, какая помощь требуется от инвесторов? Что мы можем сделать и чем помочь продвижению проекта, кроме инвестиций? Мы это и хорошо, что дали время на передышку и перезагрузку всему миру, чтобы понять ценность жизни и то, куда мы идем. Тоже хороший вопрос. Ну, какая помощь от инвесторов? Главное, да, инвестиции – это, наверное, главное все-таки. Так, поэтому он инвестор, да? И чтобы он все-таки инвестор всегда поддерживал, всегда был сторонником и защищал свои инвестиции, потому что некоторые инвесторы перекрашиваются. Вот такие, обычно они, это не настоящие инвесторы, там, вложил там доллар или 5 долларов, чтобы потом троллить и доставать. Есть такие инвесторы, да. А нормальный инвестор, естественно, думает о том, как не помешать проекту, а наоборот помочь. И чтобы защитить свои, в том числе свои инвестиции, и в том числе помочь проекту, чтобы он быстрее был реализован. Поэтому вот это вот своим позитивным настроем, своим правильным отношением, в том числе, допустим, с задержкой во времени, вот многие говорят, когда уже будут дивиденды, да, когда уже там доходы будут, когда уже мы станем миллионерами и так далее. Ну, все это будет, все это придет, но надо понимать, что ну, есть какие-то причины, что немножко это двигает, это немножко сдвигает, потому что возникают какие-то проблемы, трудности, в том числе вот такие непредвиденные, как коронавирус, допустим. То есть вот позитив, чтобы сохранялся и дальше, чтобы не только сами инвесторы вот, понимали это, но и чтобы их друзья, знакомые, близкие тоже. То есть проводить эту работу с другими. Не в плане, что все станем миллионерами, там, вложив 100 долларов, не в этом плане, и будет там 10% годовых, как многие сетевики говорят, это глупо так говорить. Глупо называть точные сроки, это, ну, мы не можем все точно предвидеть, да? А вот показывать, ну, примерно так, как я вот говорил, о преимуществах Skyway, что, в принципе, любой другой транспорт будет хуже. Будет опаснее, будет менее экологичен, любой другой, будет менее эффективен, потребует больше денег на строительство, на эксплуатацию и так далее. Поэтому Skyway лучше, поэтому будущее за ним. За ним. И в конце концов, строя Skyway, мы спасем планету. Это на самом деле девиз наш не пустой, что строя Skyway спасла планету. Спасем мы планету. Мы спасем за 100 лет 150 миллионов человеческих жизней, которые погибнут на автомобильных дорогах. Потому что на втором уровне и с противосходной системой, и с автоматизированной системой управления, где нет человеческого фактора, мы безопасность в Skyway повысим по сравнению с автомобильным транспортом в тысячи раз, если не в десятки тысяч раз. Мы сэкономим миллиарды тонн топлива, которые в противном случае сожгут автомобили. Даже десятки миллиардов топлива за десятилетия. За столетие это сотни миллиардов топлива. Которое топливо это не то, что только будет зажжено и будет выброшено наружу порядка 100 видов канцерогенов. Только не канцерогенов там больше 100. Не будет выжжено миллиарды тонн кислорода с атмосферы, которую мы дышим. Будет спасена почва плодородная, которая сейчас закатана в асфальт, под шпал железнодорожного, она там похоронена. А ведь это по территории 5 Великобритании. Эта земля убита, похоронена. Мы можем ее спасти, в том числе нашим гумусом, понять ее плодородие. Вот что такое Skyway, вот что он даст. Вот, и вот этот позитив нести другим. И вот этим вы поддержите меня, и себя, и всех инвесторов, которые вот вложили деньги в это очень перспективное направление, в эту инновацию, которая является прорывной. И этот позитив дойдет и до заказчиков, до крупных инвесторов. И вот поэтому вы, ну, вот эту работу можете, эту поддержку оказывать.
И спасибо хочу всем сказать, потому что это был последний вопрос, всем инвесторам, которые пришли, особенно тем, кто пришел в начале, там, в 2014 году, в 2015 году, кто поверил и имеет вот терпение, потому что в планах было, мы там и в 2017-2018 году планировали выйти на рынок, терпение вот, и понимание, что это они ну, сделали правильные выборы, правильно то, куда надо было инвестировать. Поэтому благодарна всем и даже тем, кто еще не пришел, но которые придут. Спасибо вам, если вы тоже придете и будете помогать развивать то направление в развитии техники, которое, в котором нуждается все человечество. Global Star Club. Возможности безграничны.